Джеффа Хьюстона. Ladies and gentlemen, our first five of the night is scheduled for 3 5-minute rounds in the ACA Flyweight Division. Introducing to you first, fighting on the blue corner. He stands 165 centimeters tall. His official weight, 57.15 kilos. His pro record stands at 11 victories opposite a single defeat with one draw. Fighting out of Fortaleza, Ceará, Brazil, here is Alan Gomez. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He stands 165 centimeters tall. His official weight, 57.9 kilos. His pro record stands at 11 victories opposite 5 defeats. Fighting out of Yerevan, Armenia, here is Narek Avayan. And our referee in charge of the action, Herb Dean. Herb Dean, referee. Ну что ж, удачи спортсменам, да. Мы рассчитываем на красивый поединок. Это поединок открывающий столь знаковый турнир. Смотрим. Наслаждаемся, смотрим. Видим, что бразилец чуть-чуть повыше, а Нарек напротив поплотнее. И, в общем-то, можно сказать, что есть еще такая некоторая... молодость, может быть, с одной стороны, у Алана Гомеша де Кастро, но при этом при 24 годах у него опыт в 13 поединков. Хороший, мощный внутренний лоу-кик в исполнении Авакяна. По туловищу тоже отлично. Перевод на голову, есть попадание. Отлично. Обменялись. Старается работать серийно с первых секунд Нарек Авакян. Да. Попытка пробить в ногу, он потерял равновесие. Представитель Армении тут же поднялся. Не форсирует события совершенно. Возможно, картинка не передает, но я вам гарантирую, тоннаж ударов очень серьезный. И эти удары слышно даже сквозь закрытые ушами наушники. Снова попадает Нарек Авакян. Закрытый наушник. Увлекся событиями, могу оговариваться, но действительно очень интересный поединок, и явно не собираются его затягивать спортсмены. Очень плотные удары, посмотрите, опять обмениваются. И обратите внимание, получается бразильцы затянуть в драку. В разменах... Локоти тут же добавляют, здорово. Есть рассечение очень серьезное у Нарека Авакяна. Какое плохое рассечение. Да, причем над глазом очень глубокое, и уже начинает идти кровь. И кровь, она не идет, ребята. Она льется, она сочится просто. Обратите внимание, при том, насколько большое преимущество сейчас у армянского спортсмена в технике. Надо, конечно, заканчивать бой. Делать сейчас все для того, чтобы... досрочно завершать, потому что могут остановить, несмотря на все мужество армянского спортсмена. И повело, по-моему, Нарека сейчас. Нет, не показалось вам так? Мне кажется, что тут просто дело в том, что он из-за крови потерял из вида спортсмена. Вот кровь заливает глаз, и тяжело сейчас ему видеть. Да, вот это, конечно, самое неприятное, да, вот не то, что там само рассечение как-то... Ой-ой-ой, опускается на одно колено Нарек Авакян, тут же поднимается. Нет, все-таки он принял достаточное количество ударов. Дух все равно его гонит вперед, и он пропускает какие-то удары, но пропускает, я думаю, что в силу, в первую очередь, того, что не видит сейчас их, потому что... Но все равно его ведет. Крепкий бразилец, обратите внимание, сколько ударов на себя принял. И ничего. Абсолютно. Ну, как ничего? Мы не знаем, что у него на самом деле. Ну, может визуально. Быть, он выйдет из клетки и уходит. Вот. Ну, конечно, для армянского спортсмена лучше бы, чтобы бразилец упал в клетке. Хорошее попадание. Спереди. А биться-то еще 2 минуты в первом раунде. Это много. Да, это очень много. Стал пропускать удары сам Нарек Авакян. Практически бразилец-то ничего особенного не делает. Он просто работает прямыми ударами в основном. Попытка перевода. Здорово защищается представитель Бразилии. Сам оказывается сверху.
пытается выйти в гард на Ракавагян. Есть такая редкая порода бразильцев, которая предпочитает работать сверху. Вот, и если в основном бразильская джиу-джитсу все-таки ориентирована на работу снизу, работу в гарде, то все-таки есть такая порода, которая специализируется именно на работе. Даже какой-то специализированный термин у них есть. Ой, сейчас хорошее попадание вы видели. Локтем снизу. Ну, кстати, очень интересная и важная работа. Также локтем снизу можно рассечь. И даже не только в этом дело. Вот, вспомним того же Тони Фергюсона, человек, который, возможно, максимально опасен именно в этом положении. Даже если его перевести, обрадоваться этому не всегда можно успеть. Но вот здесь мы тоже видим, что армянский спортсмен владеет этой техникой, хорошо работает локтями. Да, ну вот, кстати, как бы врачи это не остановили. Мне кажется, он очень эмоционально, конечно, вышел на бой. Очень эмоционально. И, может быть, чуть-чуть вот это его... Перехлестнуло. Это мешает его сосредоточенности. Очень жесткое рассечение. Бразилия сейчас тоже работает локтями. 30 секунд до конца первого раунда. Хердин находится рядом, все контролирует. Может попробовать сделать свип, но хотя я думаю, что там все под контролем бразильца. Вяжет оппонента Наракавагян. Да, и, скорее всего, первый раунд закончится. Предварительной остановки не будет. И очень интересно, что сейчас скажут врачи, потому что сечка очень глубокая, очень плохая. И при том, что отлично работал армянский спортсмен. Да, особенно в начале первого раунда он здорово выглядел, хорошо попадал, много обменивался. Показал и дух, и хорошую ударную технику. Бразилец, возможно, в этой ситуации у него было меньше личного, меньше каких-то поводов, подгоняющих его идти вперед. И, может быть, он оказался более хладнокровным. Сейчас следим за тем, что скажут судьи. Мы видим, что у бразильского спортсмена тоже много потеков. В нашем углу здесь особенно видно то, что все сейчас успеют обработать врачи. Но, по крайней мере, под глазом постараются ему снять гематому. Остановка, друзья. И тут, к сожалению, мы не можем поспорить с этой остановкой, потому что действительно рассечение очень глубокое. И кровь была, конечно, серьезно. Ну, красавец, красавец бразильский спортсмен. Он перетерпел, да, согласитесь. И не только перетерпел, он сохранил хладнокровие. И, в общем-то, да, победа есть победа. Да, причем совершенно очевидно, что Наракавагян был бы готов продолжать, если бы рассечение позволило ему это сделать. Но да, вот, смотрите, какая глубокая сечка. Просто... Ее надо зашивать. Вот очень многие сечки можно заклеить ПФ-клеем, а здесь это не меньше, я думаю, 5 швов. Вот. Ничего с этим не сделаешь, это еще такая сечка, которая останется у спортсмена. Это плохое рассечение. Ее, к сожалению, придется сохранить. Недоволен этой остановкой Наракавагян, и можно понять. Он мужчина, он не собирался сдаваться. И, конечно, мы с пониманием отнесемся к огорчению всех наших армянских товарищей, братьев. Но я не думаю, что это огорчение должно быть таким сильным. Почему? Потому что спортсмен продолжал драться, он был готов, но это правило есть правило. С этим ничего не поделаешь. Если правил не будет, не будет и спорта. Конечно. Причем мы видим, что бразильский спортсмен продолжает активно праздновать, продолжает что-то рассказывать в камеру. То есть для него, судя по тому, что он делает сейчас, это значимая победа. Большая победа, да. Не просто так. Ladies and gentlemen, on the advice of our cage side doctor, referee Herb Dean has stepped in and called a stop to the bout at the completion of round number one. For your winner by TKO, Alan!